Пермский край привлечет еще два кредита на покрытие дефицита бюджета. Аукцион объявлен на 20 октября. Заявка размещена на сайте госзакупок. Согласно условиям, край планирует привлечь два кредита на общую сумму в 3 миллиарда рублей в срок с 21 ноября по 19 мая следующего года. Первый займ в 2 миллиарда имеет максимальную цену кредита 122 миллиона рублей. По второму займу в 1 миллиард рублей переплата должна быть не выше 61 миллиона. Заявки для участия в аукционах принимаются до 17 октября. Эксперты уверены, условия по процентной ставке обоих кредитов не слишком высокие, поэтому заявиться скорее захотят и смогут крупные игроки рынка. Любой конкурс ориентирован на минимизацию расходов. Следовательно, не все банки могут предоставить ресурсы под низкую, ну, достаточно низкую процентную ставку. Чаще всего более дешевые ресурсы бывают у крупных банков с государственным участием. ТБ, Россия, Газпромбанк, высокие, большие банки, крупные. В этом году край уже дважды привлекал заемные средства на общую сумму в 9,5 миллиардов рублей. В первом случае кредитные линии были предоставлены объемом в 4,5 миллиарда. Кредиторами тогда выступили банк ВТБ и акционерный банк России. Во втором случае два кредита по 2 миллиарда рублей предоставили те же банки.